пришло время начать сборку нашего нового кантователя для накопителя для доски после торцовочного станка проходного типа Алтай СТП-6000. Та-дам. День 12. Сборка прошла. Все болты вроде затянуты. Все хорошо. Сделали дополнительные пластины для того, чтобы доска скатывалась по ним. Ну, типа, сейчас прямо будет запуск. Страшно. Для первой единицы прям жесть. Стопа наша, да? Ну, да, вроде бы. Ну, куда? Тишина. Тишина. Установи. Что не происходит? Стоп. Давай хоть пилу посмотрим. Давай. Это быстро отключил, да? Какой? Третий, по-моему. Последний, да? Ага. Так, вращение у нас куда должно быть? Навстречу, вот сюда, да? Да. Давай. Куда вращается? Давай. Это другая. Куда? Ну, то есть пазу меняем, и они все начинают вращаться. Это. Сюда, куда надо. Так, давай-ка. Вот этот сюда сейчас вращался, да? А нам надо, чтобы он сюда вращался. Туда. Ну то есть пазу меняем мы это. Теперь мне надо с частотником разбираться. Меняем все туда. Ну давай еще раз. Стоп. Ты останавливал или он сам остановил? Нет, вот здесь запустил. Закусило, да? Вот, вот. Что, видно? Соскочило, что ли? Соскочило. Цепь соскочила, ебаный в рот. Ну, двигать надо как-то звездочку. Надо немножко. Надо назад, но нет, она, по-моему, не поэтому. Вот, вот сюда звездочку. Вот она уперлась. Звеном. Ага. Так, это типа надо вот сюда звездочку подвинуть, да? Да. Дай киянку. А на что у тебя особо? А? Там же на сварке она. А, она с валом должна двигаться. Без крепления, вот, так, вот в таком опущенном виде и не на полу. Что, под, ну, подвесе? Да, чтобы она амортизацию давала. Если какой-то сильный рывок, блок и все, чтобы он, ну... Угу, угу. Лучше пусть крепление сломает, чем у редуктора. Ну, я думаю, быстрее редуктор сломает, чем это крепление. Ну, тем не менее, видишь, она работает, свою эту дает. Видишь? Хоп-хоп. Даже на старте она поиграет. Вот, играет она немножко. А жестко было бы, вот это бы все передавалось на редуктор. Даже останавливается, видишь, он все равно играет. Вот он сейчас играет, вот в этот момент, когда цепь... Да и вот сейчас сторону. Работает, смотри, уже играет. Еще можно цепь поднатянуть, наверное. Да, я думаю, пока не надо. Вот мне щелчок не нравится, короче, это цепь вот здесь заходит. Вот здесь вот. Да, вот.
Ура. Хорошо, что теперь быстро останавливается. На реверсе, да, когда? Ну, в обратную сторону. Сейчас. Маленькую скорость сейчас сделаем. Так-то потихо я припарился немножко, но я это сделал, и это ура. Поставил, подключил, настроил кнопки выносного пульта. Забыл, что надо было доску в другую сторону.